Приветствую вас, дорогие зрители, и опять впечатление о растительности северной части Корсики. Вы видели юкку и видите, что растет она практически в диком виде. Но сразу же хочу дать пояснение. Сама по себе она не рассеивается. Я не видела еще где-то в другом месте, чтобы она росла так шикарно. В горшках растет очень часто, почти у каждого палисадника встречаешь такую красавицу. Но вот именно здесь, на этом участке, видно, что растет она сама по себе. Никто за ней не ухаживает, никто ее не подрезает, никто ее не поливает. Растет сама по себе. И вот здесь, в деревне Сан-Антонина, я тоже увидела среди камней горшки с юками. И вот цветочный магазин. Юка, как вы видите, стоит довольно-таки прилично. Но это не останавливает любителей растений. И посмотрите, какие шикарные экземпляры растут возле домов. Растут именно эти юки, что я снимала, не в горшках. Растут они посаженные прямо в открытый грунт. И вот здесь тоже очень удивило, где-то 60 сантиметров в диаметре у основания эта юка. И убеждаешься, глядя на эту зелень, что нравится им такой климат. Как не стараемся мы угодить нашим любимым растениям, но все равно кончики подсыхают, а здесь посмотрите, какой роскошный вид у этой шикарнейшей юки.